Алки Дуэргаришка, единичка на кубике. Мощный орк. Давай, попадет он меня или я уклонюсь? А, ты стоишь на упор, он тебя панчит, да, панчем бьет. Пусть попробует. 7 плюс сколько? 6. 13. Промазал. Вот у тебя. Давай мне одного монстра. Он не носит вообще урон, да? А кого тебе дать? Орка или Дуэргара? Дай ему орка. Орка, давай, наверное. Орка. Дуэргар в лишний раз не ходил. Мой ход. Да? Да. Хорошо. Тогда я сразу полушен использую и сбрасываю его. Так можно. Так, вот. Два хита вылечил. Теперь. К черту арчера убью кобальда. Ну, а могу убить обоих, так. В принципе. Так убей обоих. Нам надо от монстров избавиться. Хорошо. Реально. Хорошо. Еще так. Начни получается. С кобальда. Ну, у меня есть 4 атаки. Гаси всех, короче. Кобальд мертв. Бедняга. Mm-hmm. Арчер. Тоже мертв. Все. Держи. Да. Ура. Так. На моем тайле. И сокровище взял? Еще нет. Что тут? Dragon to speak. Пускай будет у меня. Ты можешь походить. Где будем открывать нужную нам комнату? А тут еще не нужно. Она сверху будет как раз. Потому что тот тайл мы положили под низ. Может, сюда? Класс. Что это? Клево, да? Кирка из драконьего зуба. Красный это босс, да? Да. Возможно, за это сейчас ее как-то расставлять надо будет, сейчас это все скажу. Я могу снова использовать свой Торнадо Страйк в следующий раз. Торнадо Страйк. Ну, сейчас будут, да, монстры, боссы и все такое, да. Так, значит, когда герой открывает... А, ну, дверка, конечно. Тут, по-моему, дверь надо поставить. Да? Ну, да, сейчас. А надо еще открыть дверь? Может быть, нет, сейчас, подожди. Да. То есть не сразу ворвутся к нам? Угу. Уже хорошо. Кстати, да. Ага, сейчас мы выстраиваем. Это уже не надо. Ну, надо вот что. Сейчас мы выстроим страшную комнату, которая откроется нашим взором. Угу, сразу большая, причем прикольная. Как я поняла, все сразу, да? Да. Это рейд. This is the way. Угу. У меня есть шанс проломиться через дверь. Да? Вот так. Интересно. Вот такая ужасная комната. Сколько надо монстров? Ща, буду читать. Так, для начала, где-то тут у нас в сторонке торчит, сейчас посмотрим, лазер. Где он. Не, он, возможно, сейчас. А, все, дальше мы берем вот эту карточку. Ага, на любом. Ну, пусть в конце и стоит. Да ладно, пускай поближе. Вот почитайте его тактику и скажите, где его поставить. Сейчас я про монстров почитаю. Каждый герой, начиная с тебя. Вытаскивает карту монстра. Так, подожди, подожди. Последняя, которую будем, вот это вот. Вот это вот. А, да. А, да. И ставит на любой тайл вот этой комнаты. Давай пока. Хорошо, наверное. Наверное. Да. В конце каждого хода? А, кстати. Нет, вот сейчас. Стоп, в конце каждого хода. И что там? Так. А где ставится этот гад? Это аберрант или нет? Вот это кто? Вот это аберрант. Отлично. Потому что если не аберрант, то сбрось карту и играй тащи дальше. Еще. О, снова аберрант. Грел. У меня есть грел. Вот это немножко Сквидвардов. Мистер Брейн.
ты тащишь тоже монстра. Ну, смотри, аберрант или не аберрант. Аберрант. Ага. Себе берем, нет, да? Ну, не, ну это видите, по идее, по кругу. Каждый игрок. Я вытащила? Да. Да, а ты себе тоже, в смысле, ты себе тоже... Опять тебе молодой. И твой последний? Орк арчик. Не аберрант. Угу. Орк смешер. То есть это продолжается, пока всех аберрантов не будет. Да. То есть пока мы можем не отпирать дверь, добить вот этих вот, и потом пойти туда. Они сами не двигаются? Они двигаются к тому, поближе двигаются, к герою. Они двигаются, но они, мне кажется, дверь не умеют открывать. Честно говоря, не знаю. Дверь вряд ли не умеют открывать. Но они, получается, все будут двигаться сюда, скорее всего. А почему там дверь закрыта? В смысле? А, понятно. Так надо. Ты уже закрыта. Читеры, все. Хорошо, я этот аберрант двигаюсь на один. Потому что тут двери все закрыты, да. Поэтому можно... А где мой аберрант? И вот у тебя. А, у кого чей? Босс тоже двигается. Вот этот твой. Твой последний же был, да? А почему? Там должно быть 4, да? Ну да. Ну как сказать? Скажи, что он делает. То есть я поставила вот этого. Босс двигается на эту клетку просто. Да? Окей. Потому что сейчас тут он... На один тайл. Угу. Да. Потому что мы потом открываем дверь, они все в одном тайле. Да. Да. Так и есть. Мой аберрант был... Подожди. А, у меня грель вообще. Шестой ход. Подожди, куда ты? А. Сначала... Ну, ходишь. Вот если ты походили, у меня все. Все, что-то я, да, что-то я увлеклась. Передавай. А, и этот просто движется на один тайл кому-нибудь. Пускай он идет к тебе. Передавай босса. Босс ходит на каждом. Да? Да, босс ходит каждый раз. Убей кобальда лучше. Так, Боллинг хэнс там какие-нибудь. А по инвайрменту я что кому-то передаю? Ты передаешь одну карточку направо. Гриль. Монстр. Мне всего одна карточка. Нет. Ты в конце вилан фазы передаешь, куда ты торопишься. Все. Ты сейчас передаешь направо. Да, вот. Он сейчас умрет. Надо как-то пометить ваших аберрантов. Да не важно. Давайте как-нибудь, я не знаю. Да не надо, зачем? Да поставь под... А, каунтеров там нету каких-то. Да есть всякие каунтеры, я говорю. Чего заморачиваться? Не, ну, так. Это вот был твой, да? И он пришел. А чей это токен? Да, он пришел только что, да. Не, ну, вот у тебя будет вот такая штука. Да. Можно мне не помечать? Это хорошо. Да, ты как раз последний, тебе не будем помечать. Правильно. Твой будет вопрос. Да, какой-нибудь вон дымажащий токен положи под него и все. Дымажущий. Я прям вот дверь подарю. Не, ладно. Хотя, а чё, почему нет? Вот этот вот твой, да. Наверное. Ну давай, да, не важно. Все. Да, а Витин ближний был, да, все правильно. Все, а Витин не помечен. Да, хорошо, все. Твой выломал дверь и ходит. Так, я хожу, да? Убей кобальда. А, да. Абсолютно согласна. Вот кубик. Ага. Я не убила кобальда. Две же атаки тут нельзя делать. Увы, нет. Я тогда просто посмотрю, что за этой дверью. Хотя, если там не заперто. Она откроется? Да. Нет, это не надо. Лучше не делать такое. Не делать? Лучше проверить. Почему не делать? Мы должны сражаться. Мы ты пришли сюда сражаться. Сюда, кстати, проверить эту дверь. Воспевайте благочестие. А что ты хочешь проверить в этой двери, я извиняюсь? Алло. Вот. Чтобы он прошел. Тогда я могу пройти. Ну, хотя я там... Раз, два, три, четыре. Ну, просто неважно. Ну, ладно. Сюда становится. Мага послали проверить дверь. Маг проверил дверь. Слава магу! Вот. Ты можешь идти ко мне. Энкаунтер! Да. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жажда крови. Что это значит? Яростная нужда... Разрушение наполняет твой разум. Потребность в страшном разрушении. Да. Вы прокляты. Положите эту карту как напоминание. В начале вашей фазы героев вы получаете один добыч. Насколько?
Уберите эту карту, когда вы убьете монстра. Мне срочно надо кого-нибудь убить, у меня два хита. Кобальт, есть кобальт. А кобальт тю-тю, ну в смысле, в этот раз я в него не попала. И скорее всего я убью его. Да не убивай его, зачем? Не убивай кобальта. Иди ко мне. Они все равно все монстры будут идти сюда, тут соберутся, не думаю. Куда им еще двигаться? Что сюда? Ходи монстрами. Своими грелами, впрочем. И грела передавая. По-моему, Монотайл двигается. Так, где? Так, где да, грел умывается на тайл. Умывается. И грел тоже. И грел умывается. И на тебя. Не мне, ему. Вы считаете, ограничение мешает ходить в дверь? Конечно. Пускай мешает. Я не знаю. Так. Я считаю, что мешает. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Хотите победить? Раз, два, три. Не хотите? Пять, выиграть раз, честно, вы стремитесь пять, к победе. Пять. По диагонали можно ходить. Потом ты не вылечишь, надеюсь. Да, я знаю, так. Просто проблема в том, что мне нечем лечиться. Нечем лечиться. Ты клирик. Как ты тебе нечем лечиться? Вот проблема. Ты утратил веру в своего бога. Эти же утилиты Powers, они восстанавливаются непонятно когда, да? С помощью карточек специальных. Ну, или... понятно. Энкаунтер. Вон там патион у кого-то есть какой-то. У меня он есть, но у меня 4 атаки подряд, если они все соберутся. У меня есть патион скорости, если кому-то он нужен. Вытяни 5 монстр карт и убери любые, которые не сентри. Да, я сам. Давай. Раз, два, три, а какую ты все равно положишь, просто положишь на топ, да? Да. Ну это ладно. Я надеюсь, что мы больше не будем выкидывать монстров. У нас нету больше этих самых. Mm? Когда притаскиваете последний тайл, все обкладывается затычками. Ну да, так я и говорю, что некуда. Да, но еще эти могут энкаунтеры. Но по энкаунтеру может кто-то выйти, мало ли. Стена проломилась. Ну. А тогда у нас уже тут... тут почему-то просто вот только в Дристе есть эти затычки. Так, такие тайлики, которые запирают. Так, карта не может разобраться. Сентри, убираем. And shuffle remaining cards and put them on top. Один. Place the bottom tile from the dungeon task. Так, ну, нету. Уже нету. Нету. Подожди. Draw a monster card and place its figure on the new tile. А, стоп. А, но у нас же не открывается. У нас нет new tile. Да, да, все. New tile у нас уже нет. Так. Gibbering Mauser. О-о-о-о! Приветствую вас всех. И передавай его направо. Да, и... чувак. Чую свежую кровь за дверью. Да. Же. Это очень ценно. Какие они крепкие, однако. Угрели. Что вы наделали? Что вы наделали? Ну что ж, мистер Дуэргар. Да, мистер Дуэргару пришла, настала, наступила гибель. Где, у кого он? У Дуэргара наступила гибель. Да. Следующим. Я взял Ring of Shooting Stars. Ну, там было круче. Ну ладно. Да. Ну так, он может быть, тут тайл фулфил. Здесь атак does not count as attack. Правда, она флипается. Я... Кольцо Shooting Stars. Так, вот сейчас я займусь. Фу-фу-фу. Всё? Ты еще можешь подойти? Еще вуф. Я подойду к двери. Откроешь? Конечно. Unlocked. Нет. Achievement unlocked. Блин. Надо двигаться вперед придется. Не, вы можете тоже эту открыть и посмотреть, ну, да. Если, ну, получается он двигается. Разделяй! И вла, а я двигаться дальше не могу. Да. Да. Все двигаются монстры разные. А монстры могут. Вот он двинулся уже. If the guy adjusting to a hero, нет. If the guard is within three tiles of hero, it attacks the hero with the most hit points within range within array. Он просто двигается там. Через стены. И что? Он через стены, наверное, не может быть. Нет, через стены нет. Как это представляешь? Не, частично точно нет. Визин фритайс это вот под, ну, открыто, короче. Ну, это логично. Ну.
Он просто двигается. Да как скажете, ладно, я против, но как скажете. Ты хочешь, чтобы он бил через стенки? В меня! Тебя, да? Меня! Гиблин Маута! Изгиблин Ваджин Вантайл! It attack all heroes within. Вот тут да. Вантайл. Давай мне. Нет, он двигается. Да, не важно. Подвигался. И кобальт. Атакует. Dragon Shield. If Cobalt is adjacent to here, атакует, если нет, нет. Но он атакует. Move один тайл. А, да, он, кстати, adjacent to the here, да. Атакует? Да, у меня послали. У меня тут не больше хита. Он промазал. Ура. Я надеюсь, что я его добью хотя бы. Мне надо... Так. Мне очень надо его добить, чтобы скинуть проклятие. Так, кого что? Нет, дай мне кого-нибудь. Дай мне. Кого тебе? Ну, попроще кобальда отдай. Кобальда я его сейчас... Убью, надеюсь. Фух. Очень надеюсь. Открывай дверь, время пришло. Да. Сова пришла. Poison. Что, ты еще не избавился от этого? Стоп. Господь, все избавил меня от него. Все нормальные люди уже от яда избавились. Я тоже, как видишь. Хорошо, я проверяю дверь, и она... Локт. Круто. Знаете что? Не зря от кого-то я очаровать давай. Ха! Нет. Ты ёлки-палки! Хорошо. Так, что происходит? Ну, этот ходит. Он такой, я думаю. Он, думаю, уже видит. А, ну, в принципе, да. Да, уже в интертайлс. Руководи. Так. Пытается так с Hero with IRA. Дайте мне двадцатку. Сейчас мы определим сначала. Да. Что это будет? Даже так? То есть он еще не знает? Три. Антимагия. Плюс 8 атака, и герой убирает один айтем при попадании. О. Скидывает. О. По выбору. Так что все еще хорошо. Попадает. Попадает 19. Ах, что сбросить? Ну, я, наверное, Magic Sword сброшу, потому что став работает из Into Tiles, то есть ну, единичка плюс два. Единичка урона да, и... Да, он ко мне переходит. На тебя грели, кстати. Остальное я уже подвигался, так сказать. Энкаунтер. Я приманиваю их всех к себе, глупцы. И скоро сброшу. Wandering Monster. Draw a monster card and place the figure on the Tiles on Explorer Edge. Что? А у нас нет Unexplorer, все. Не работает. Ну тогда не работает, да. Ха-ха-ха. Terrible Monster не появляется. Что не может не радовать. Ходи. Дайте мне убить этого гоблина. Кобальда. Кобальда. Пожалуйста, пожалуйста. Фу. Он мертв, ты получаешь. Но в начале своей фазы героев ты получаешь один. Да. У меня последний хит остался. Но главное это дискарднулось. У меня амулетов протекшн. Плюс один на КЦ.